В Тюмени полицейские пресекли крупное мошенничество. Как сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники, действуя по схеме телефонного обмана, случайно набрали номер следователя отдела полиции. Неизвестная женщина рассказала ему о ДТП и о том, что ей срочно нужны деньги. Затем передала трубку мужчине, выдававшему себя за следователя, который предложил свою помощь за вознаграждение. Майор юстиции подыграл аферистам и назначил встречу для передачи денег, после чего связался с коллегами. В назначенное место за деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга, где ее ждали наши сотрудники. Девушку курьера доставили в отдел полиции номер 1 управления МВД России по городу Тюмени. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.